что вы можете сказать о последнем событии, исходя из того, что заняли тебя поселок Гладосово металлист? Что могу сказать? Очень, в общем, как, мы не понимаем. У нас во многих, там родители или же дети. Нам нужно туда поехать, нужно как к родителям поехать или к детям проведать все. Нас не пускают или их не пускают. Это... То есть прерывалось сообщение от транспорта? Конечно. А транспортного как такового его сейчас и нету. Вот. Но самим даже мы туда поехать мы не можем. А созваниваться как-то можете? Ну, созваниваться созваниваемся, конечно. МТС. А что люди вот оттуда рассказывают? Ничего. Они боятся. Ничего оттуда не рассказывают, они боятся. А их оттуда, получается, не выпускают? Ну, по какой причине? Так и вам объясню. Нет, ну, выпускают несколько человек. Там ограниченное количество человек в день. Ну так, сегодня выпустили, сегодня чтобы пришли. Ну, говорю, в принципе, у нас же мы ж вот мы рядом, мы все, там родственники, там у многих людей там дома, просто сюда на зиму, чтобы теплее было, там хозяйство держат. Не могут люди не перебраться, не... Я не знаю. Хорошего, в общем, ничего, если честно. В общем, вот эту ночь более-менее мы поспали. А так, обычно ночью мы... Почти не спим. Позапрошлая ночь была так, это вообще полночи до двух-трех часов ночи мы не спим. Бомбят, и бомбят хорошо. Тем более вот два дня назад, вот даже вот сюда вот на рынок прилетело людям по... А так... Здравствуйте. Днем вообще-то так еще более-менее можно жить, а вечером и ночью мы боимся, действительно боимся, мы стараемся по подвалам. Я не знаю даже, как и сказать, что...